Сәлеметсіздер ме, құрматты достар. Міне, мен бүгін сегізінші поликлиникаға келіп тұрмын. Активные мамочки, я вас прошу поделиться. Дело в том, что у меня супруг болеет уже четвертый день. Второй день не идет на работу. У него пневмония под вопросом. Я сейчас очень взволнована. Мне врач говорит, у меня нет талона на рентген, у меня нет лекарств, говорит. То, что она выписала мне, вот то, что она мне выписала, вот смотрите. Аласы здесь. Я говорю, у меня сейчас денег нету, чтобы это все покупать, потому что у меня супруг только работает. Когда он выходит на работу, только тогда у нас появляются деньги. А когда он не выходит, а он уже второй день не выходит на работу, у нас нету денег. Я ей говорю, я реально у меня даже дома нету никакого лекарства. То, что я могла, холмна гельген бян, жасаватром юде. А они говорят, типа, лекарства жоп, надо подтвердить. У них этого талона нету даже на этого рентгена. И мына дәрілерді өздеріңіз алыңыздар дейді. Я говорю, қалай өзім ала менде ақша жоқ десем, в данный момент у меня супруг не работает, два дня не работает. Она говорит, что умерыңыз, сіздің жолдасыңыз, как вы не сделаете такого, чтобы у вас эти лекарства появились? Вот еще раз я вам спрашиваю, сіз сияқты врачтардың арқасында, қара халық будет погибать, вот потому что вы говорите, сами делайте, что хотите. Еще раз прокомментируйте то, что вы мне сказали только что. Я вынуждена была Фейсбук-то қосуға. Мен был Фейсбуктағы осы нені прямой эфирді. Я сейчас везде буду распространять. По всем чатам, группам. Доктор, прокомментируйте то, что вы мне сказали. Как я могу, вот, на дәрілердің бәрлігі, во-первых, нету в этих аптеках. Во-вторых, они дорогие. В-третьих, Токаев сказал, выдать все лекарства, деда, и они есть, деда. Вот как теперь, Токаев айтқан сөзді дала да тұрма? Я не поняла вас. Доктор, я к вам обращаюсь. Түсіндіріңізші маған, пожалуйста. Дайте телефон номер. Уже телефон номер дайте. 778. 348. 25-93. 95-98. 93. Мен сейчас в таком психологическом положении, что вы можете мне помочь. Что будет все? Что все? Вы мне дадите эти лекарства или нет? Ушла врач, ничего не объясняет. А до этого она мне говорит, мне мнадарлерды уздерн алындар, сами покупайте, говорит, и делайте, что хотите. Я не уйду, пока мне лекарства не дадут. Осындай дәрігерлердің, осындай халатный отношениесінің арқасында столько у нас людей на произволь судьбы нас кидают. Типа, сами покупайте, вам же это здоровье надо. Дейді ғой маған это врач. Какая некомпетентная женщина. Куда она ушла? Қайқа кетіп қалды врач. Вот лекарство примерно точно на 30 тысяч. Я сейчас свой прямой эфир заканчиваю, так как врач убежал. Я не знаю, куда она убежала от меня. Ну, я надеюсь, что решится. Я думаю, что решится. Вот мой супруг сидит.